Всем привет! Мы с Тёмой сейчас в самом начале чертовой лестницы. Это спуск с плоскогорья. До сюда мы прошли довольно большой путь по старинной римской дороге и Розовому каньону, потом по плоскогорью, и вот сейчас вот находимся на высоте примерно 600 метров. Вот, и собираемся вот здесь вот спускаться. Вот он, за тем камнем начинается спуск, называется чертова лестница. Вот там вот на горе можно увидеть альпинистов, парочку. На самом деле здесь безумно красиво. Шли по широколиственному лесу, встретили. Из-под ног прямо у нас вылетала куча рябчиков. Вот оттуда мы пришли. Офигенского вида горы. Ну а там вот море.